странно, вроде XCOM очень популярный, хорошо продаются, а хули про эту серию просто забыли, бред же, ебать. Ну, давай посмотрим, кто делает XCOM, да? XCOM 2. Разработчики Firaxis Games, Feral Interactive, The Workshop Entertainment, ебать. Смотрим, что последнее делают Firaxis и Feral'ы. А Firaxis это Цива, правильно? Да, Firaxis делают Циву. А Feral, Alien Isolation, Medieval 2 Total War, Ларка на Nintendo Switch последнее, что они сделали, Биошоки и немножко гоночек. Короче, хуйню полную. Я не знаю, зачем им Цива. По мне, так все, по-моему, в Циву наигрались, когда четвертая Цива была, нет? Я не прав? Вот четвертая Цива была, я в нее наигрался вот так вот, блядь, просто. На всю жизнь хватило. Вот эти партии по две недели, нахуй, во! Спасибо, блядь. Ну, я все еще верю, надеюсь, что XCOM 3 когда-нибудь... Потому что данная игра просто ультра крутая. Я думаю, что на легенде я сфижу нахуй. Легенду ставь, чё ты. Так, на ответственность Ална. Алан сидел, молился, чтобы я, блядь, постримил XCOM 2. Давай так, если я задушусь на легенде, я дропаю игру. Ты готов принять такую ответственность? Я завалил ебало, всё. Субтитры маленькие, нельзя поменять их размер. Way too much security. Really obvious trap. We'd need an army to march in there right now. I've got it. Outrider. This is central. Go. Go. Серега, вообще нихуя не видно. Давай зачитывать буду, если буду успевать. Пока похуй. Можно я на все субтитры так буду? Они не виноваты. Умоляю, блядь. В этом нет необходимости. Все, что скажете, вам просто нужно больше времени, суки. Ты что-то сказал? Яйцеголовый, хуй. У меня не было выбора, я пришлось мне это сам нахуй. Ай, блядь. Мстили говорит, бродяги, у меня есть визуальный контакт на цель. Жнецы уверенные, хуи. Поверю на слово, заметать следы, убираться оттуда нельзя, знать о визите, по крайней мере, пока, ебать. Так точно, теперь война начнется по-настоящему. Оживление нарастает в то время, как в городах по всему миру готовятся отметить 20-ю годовщину Дня Объединения. Тысячи людей уже выстроились на месте Великого Примирения, чтобы отметить образование коалиции Адвента. Выполняя обещание данного человечества, Адвента откроет 12 новых клиник генной терапии в различных городах не позднее конца года. Несмотря на попытку нападения со стороны экстремистских элементов, операции на новом объекте в Париже будут проходить без изменений. В ответ на неспровоцированное вторжение накануне самого горячо любимого нами праздника, спикер обращается к нам. Кучка диссидентов вновь повторяет ошибки старого мира, нанося свой удар в тот момент, когда мы чествуем великодушного спасителя, который снова и снова предлагает нам лишь свою дружбу и сострадание. Однако эти пустые действия никогда не нарушат связь между человечеством и старейшинами. А миротворческие силы уже произвели несколько предупредительных арестов известных коллаборационистов. Адвен уверяет всех граждан, что 74 Рождества будет продолжаться как запланировано. Пошел нахуй. Приближаюсь к позиции. Вы были правы, у них сегодня дел по горло. Незваный гость готов на 60 секунд. Та за шо? Давай. Сигнал получен четко и ясно. Зимбабве Вурьер здесь. Что за зеленая полоска? Не понял. А, усталость. Это типа игра механика, чтобы одних и тех же на задание не брать, я понял, да. Давно не играл. А чё, гранат нету? Мне игра запрещает Overwatch нажать. Give me the loot. Ну, мувики значительно громче, чем игра. Кого там лут сейчас пропадет? Пизда луту, прощай. I'm on it. Keep your eyes peeled.
Fire on anything that moves. Ну забери, блин. А, во, все, могу ходить. Блять. Тяжело. А, это тоже скрипт. Прицел. Такое надо. Это чего же игруха красиво выглядит, хотя сколько уже? Лет 5 прошло, 6 релизов. Let's get out of here. Так, а чё, мы, может, их разъебём? Увы. Туториал не даёт. Жопка. I don't disagree. But as it stands now, we risk. We're ready. Good. Remarkable. Just like 20 years ago. We were still calling it a war back then. We had no idea what was coming. Response from the cerebral cortex. Good. Prepping for cranial intrusion. I've managed to identify the connection. Preparing to make final incision. These readings are getting really erratic. Of course they are. These implants were never designed to be removed. We are risking severe... No plan B here, people. Do it. Пизда. Pupillary response normal. Vital stabilizing. Procedure complete. Told him it would take more than that to keep you down. Welcome back, Commander. Still, can't fault Dr. Tigan. Especially as no one's even attempted something like this before. Easy. We're still not entirely sure what they did to you. That chip was buried halfway into your skull. Lost a lot of good soldiers looking for you over the years. Almost gave up hope you were still out there. It's damn good to have you back, Commander. Commander is back. However, given time and your approval, of course. Мозговая флешка. I assure you, I will find out. Which brings to light an additional point. Though aspects of this facility are indeed impressive. A squad is prepped and ready to launch on your order, Commander. Just give the word. Ну, пока нечего побирать в целом. А, так даже никнеймы не вписать. Даже никнеймы пока не вписать нельзя изменить. Damage during the fight. Energy readings are going crazy. I'm guessing we don't have much time before it explodes. Shen's working on a way to stabilize that thing, provided we can get close enough to access its core. 8 ходов добраться до этой хуйни. Включить речь солдат по национальности. У меня в отряде есть русский и украинец. Пробуем. Ход русского.
Moving to designated coordinates. Ага, ну чисто на русском разговаривает, блять. Heading out. Ну это тоже чисто на украинском, судя по всему. Understood. Moving out. Чему тогда вообще эта опция нужна? Я еще не пострелял брифинг. А сколько писало врагов на мапе? Already there. Блять, мисклик. We're spotted. Да все, блядь, не урчи. Компания 54? Чё? Это оно? 24, 10, 23. Бля, какие загрузочные экраны тут. Пиздец, там хоть все экраны ставь как wallpaper. Блядь, это игра месяца. Игра месяца в последний день месяца. Сейчас какое число? Тогда пока отбежим. А ты давай, долби. These guys make up the bulk of the Advent forces we've dealt with. They're disciplined and well-equipped, but their obedience makes them predictable. Adjusting sights. Увы, мисс. Забегаю в укрытие в слоу-мо. А, у вас тоже есть, да? Что ж. X-rays got me flying. У них, кажется, тоже есть гранаты. Увы. Увы, у них есть гранаты. А, тут есть шанс попадания мечом. С вами нечестно жешь. Ты, если готов проспонсировать Терминатор мод, мы с тобой можем обсудить это. А вообще... сиди, блядь, спокойненько, хорошо? Я как хочу, так и играю. Я не играл в эту игру очень давно. В ней нужен мозг. У меня 70 IQ. Отъебись. Мам, похуй. Бля, ну второй пак слишком близко. Не хватило, увидим. 44... Ладно, можно вот этому укрытие сломать. Теперь у него половинчатое укрытие. В этой игре, по-моему, работает аккуроси от угла. Сейчас проверим. 67. Да, работает. Это хорошее. Он нахуй. Jesus. Target neutralized. А этот, кстати, хуёво сел. С фланга Гришанс выше. Я знаю, что с фланга вообще там разъёб. Я вот и обошел с фланга, но мне не повезло. Вроде не заденет тачку. Добыча уничтожена, увы. А, разъебало укрытие, блять, у чела. Ой. I'm under fire. Starting to get cooked. Здорово. Крит посидит. Enemies down. Отсюда. Отсюда видит, даже фланг есть. X-ray neutralized. Affirmative, covering now. If we don't stabilize the converter soon, I don't think anybody's going home today. Шо, блядь, чел, тут еще пак где-то ходит. Чё ты меня нервируешь, блядь? Overwatch. On Overwatch. On Overwatch. Come get some. Come get some. Ой. Understood. Moving out. Увидел кого-то. Although they bear some resemblance to the second. Grenade out. Ты?
А что за пи было? Не понял. А что, в смысле? Через генератор пострелял, нормально, чё. Commander, the converter is near collapse. It's about to blow. It's about to blow. Wow, wow, wow. No longer a threat. Теперь ты колбаса. Молился на мисс. Вполне возможно. Шанс открыть 0%. Well done. Readings are returning to normal. Well, mostly normal. Status confirmed. Mission accomplished. Снимок с задания. Брысь с нашей планеты. Чугумбаузер. Опа. Therapy clinic in New Providence. A greater understanding of these implants would undoubtedly benefit us all. Главное, ты же представляешь, что командор это ты, и это тебя вытащили из той капсулы. Да ладно. Да ты гонишь, не. Бля, этот топорик такой мемный. Но, сука, долго исследовать очень. Топорик ультрамемный. Его можно бесплатно метать. Но один раз за бой, по-моему, да? Типа его кидаешь, и ход не тратится. Он нормально дэмэджит. Чё, Мендер, ёбаный рот? Just stay clear of the perimeter, understood? Чела бросили? Ну, конечно, мы же люди. А, помню, как тут хуй встал впервые. Так у меня и сейчас встал, блядь. В игре очень много эпических моментов. Даже во время самой игры. Ты когда встречаешь первых боссов, у них там, блядь, пиздец, у них там такие анимки. Ты сидишь, ебать, что сейчас будет? Просто, блядь. Commander, it looks like Shen prepped a medkit for us. Ладно, пока так. Саня, блядь! Ну, пишите хуй в чат, кто хочет свой никнейм среди солдат. Мне нравятся такие игры, только без пошаговой системы. Вот почти точь-в-точь. Это как это? Пошаговая игра без пошаговой игры. Интересно. Так, я вот думаю, что бы похавать. Вообще пойду я бутиков наебашу. Ща приду. Всем приятного аппетита. Вот примерно такими масса. Ну и хуйня. I think he needs five more minutes. Ладно, это хорошее было. Пердоле, пачи, что спускаем. Бубр, курва!
Я пердол, як і бидле! Бобре, курва! Гений, блядь! Бабуль, блядь! Ёбаный рот! Отлично сыграно. Туда его. Ага. Close. High stepping. Oh boy, there we go. Mayday! Oh, no. He got eaten by the charm! He's under there! Somebody... Похуй. Похуй, бежим. Хуя орехов скопили. No fucking knife. It's not. Bro, you're eating the packaging. You're not meant to eat. It's protein. Uh-huh. Sorry. The rest of my fucking food. Бля, большинство мемасов это просто, блять, и чё? Типа, просто типа, и чё? Yeah, I'll definitely be up there, my guy. I just gotta. Hey, meters! He's gonna do the blue one. Look at this. God, look how smart I am. Блядь. Твой ебальник, когда не знаком с физикой, блядь. Ага. На нахуй. Прыжок. Хеликоптер, хеликоптер. Кеброн. Кеброн! Seriously, this can't be my life, bro. Really? This you shit. Can't put air oh, in a car like shit. This. Oh, shit. Блять. F. На. Happy birthday to you. Прощай, телек. Ладно. Что ж. It's tactical operation time. Так, уничтожьте ретранслятор, прежде чем будет завершена передача. Вот это нам надо... Ну, вы поняли. А сколько защиты дает малое укрытие? Шаришь? 20? А полная 50, я так понимаю, да? Where is Lil Bitches? I just wanna my Lil Bitches. 40 полное дает? Писка 40к только для РФ? К сожалению, да. Получилось только так. Но после XCOM'а знаете, что замутим?
После XCOM'а играем в Dirt Rally. Значит, будет лобби фулл из зрителей. И тот, кто выигрывает в ралли, тому я заказываю заказ в Dodo за свои бабки. Не спонсорит, а за свои бабки. До 2000 рублей. I wanna see some bitches, bro. Heading to that location. Ты участвуешь, конечно. А если я выиграю, что маловероятно, то плюс 2000 получается. Как ты определишь, не пиздобул ли победил? Что, разве есть читы в Dirt Rally? Хоркис, заряжай. Бенч. Бэк. Как же эта игра оформлена просто шикарно, блять. Ёбаный рот, какая красивая игра, брат. Какого года игра? 2017-2018, да? 2016 вообще. Jesus. Good to go. Здорово, мужики. Ну как, мужики? Kinda. Так, укрытие разъебываем. Ой, сука. Увы. Shot wide. Some bitches dropping in. Пути, ути, пути. I can't. I know. Get ready for a surprise. Блять, целая вот эта стенка осталась. Ну ёбаный рот. Чё, блять, а сколько там хп? Не пон. А, ну это как это, да. А чё, нету кнопки перезапустить миссию, типа? Ход Ария. ГГ мисклик, блять. А как вот реально играть в эту игру, если вот ты мискликнул, ну всё? Headed there now. Advent troop spotted. I got nothing. Ой. Крит в скобочках 3. Нормально, самого опасного убили. А чё, где подкрепление? Orders confirmed. Moving out. Да его, блять. Здорово, мужики. Target still standing. Чё, в кого попали? А, все равно. Полное укрытие попал, какой молодец. Так, ну вот эти пацаки довольно кучно сидят. Оверкилл демежи. А ну конечно, пизда. Gotcha. Moving out. Need to reload. Ну да, он среагирует, блядь. Увы. Воу. Воу. Incoming fire. Done. Ебануться, как далеко он увидел, блять. He all right. That's affirmative. В бурил. Taken care of. Guns try.
me. Блять, и метку может поставить, и пострелять. Какой молодец. Blaine, in a bit of trouble here. Whoa. Whoa, зато в морге попасть не могут. Что, когда было? 19:25. Блять, тут никнейм говно. О, новая миссия какая-то. Полевого командира Адвента, убить полевого командира. Блять, другая миссия вообще. Ну тут нет таймера, торопиться некуда. Что-то какая-то очень большая мапа, не? Это же Лангор. Это Шорт Батл. Такая шляпа, блять. Хочу снайпера вот туда сначала поставить. Чтобы он вот эту всю хуйню простреливал. Они съебались нахуй вообще куда-то. Правильно. Пизду вообще, что там делать. Ну дай мне бэмс. В упор со снайперки. Чё-то выпало. Ryan, extract the general from the AO. Don't let him get on board that ship. Блять, все-таки таймер есть. Выглядело как попадание. Сколько хп? Ты чё, псих? Заодно он хоть один. По-моему, зомбик недалеко ходит. Вообще прям недалеко. Как же не хватает чела с дробом, но он, сука, чилен. О, можно встать, уебать его. Вполне мог промазать. Ядро ядрюнее. I got nothing. This is for you. Главное, чтобы у него лута не было никакого. Нормально, не было у него ничего. А что, на него вижены нет? Балка мешает. Ну куда ты полез, сука? Ну как он их нахуй увидел там? Каким, блядь, образом? Ёбаный рот, блядь. Каким нахуй способом ты их, блядь, увидел? Ай-ай. Как задавать directional move? Блядь, то ли через shift, то ли через control. О, похуй. На бодрее пошло. 70%. Need to reload. Roger that. Приговорил, блять. We have confirmation. Mission accomplished. The aliens are probably still wondering what hit them. 18 дней чила у Хора. Что ж, модов нет никаких. Hello, Commander. The council you once knew is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent administration. With one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside, provided the intel leading to your recent extraction. But disorganized. Too late. What you are seeing are classified reports, and bring them into the fold. Clock ticking, хуй дрочинг. Night romantic и мурги, блять. Вот они, слева направо.
башни близнецы боли. Какая-то плохая аналогия. Главное, чтобы самолеты рядом не пролетали. Что там у нас про черить, про фоллауты? И старые фоллауты, и новые фоллауты охуенные, кроме 76-го. 76-й фоллач — это ошибка просто. Огромнейшая, блядь, гигантская ошибка. You are too trusting, John. The skirmishers are Advent. Advent is the enemy. The enemy is food. Try not to bring that up when we meet, Volk. You? Кушаем инопланетян. After all we've seen these years. Look, I'm not exactly having drinks with them, but they did hold up their end of the bargain. What about you? Wait and see. Volk out. Volk. I think I might show up. Commander, that was Konstantin Volokov. Volk to his friends. Progress. Volk's Reapers may have found you, but they weren't acting alone. They were tipped off by a group of Advent defectors known as... Both the Reapers and the Skirmishers have agreed to speak, and we're picking up strange chatter. We prefer to work alone. Sometimes it helps to have backup. Wow, a two-person squad to escort. По-моему, снайпера на это задание брать — это не очень хорошо. Ладно, разберемся. Можем мне имя поменять, я не Костя. Ладно, будешь Валерой. Так, девочка есть в чатике? Допустим. А чё это, сигареты, сигары любит кто там? Reflexes, but unnecessary. Stand down. We're all friends here. You are safe here. More so than you imagine. We shall see if the same holds true for these skirmishers of yours. Presence already disturbs them. We must move quickly. My people will take care of this camp. Come. Uploading the coordinates to the rendezvous point now. Ой, блять, вот опять мискликнул. Good to go. Damaged and dormant all these years, these devices still emit trace elements of unstable radiation. I cannot fathom what they were like in their original function. На них экспу фармить охуенно. Здорово, красавчик. Как думаешь, Фераксы смогут третью часть сделать еще круче или слишком высокая планка? Но планочка действительно высокая была задана. Но технологии идут вперед, а к сожалению разработчики идут нахуй назад куда-то, в палеозой, блять, вообще. Вот с выходом Unreal 5, мне кажется, сейчас любой еблан может накидать ассетов, просто надрестать немножечко кодика, блять, и высрать какой-нибудь... Immortal of Aveum, блять, вот эту вот хуйню, блять. Ну, эта игра сделана просто феноменально качественно. С точки зрения оформления, звуков, игровых механик, вот эпиков, мувиков, которые присутствуют. В некоторых сюжетных приколюхах, что типа вот обучалка в этой игре, это буквально мы сами себя, блять, спасаем.
не хватило. Челы просто выстроили химеру и почему-то решили, что типа все, XCOM мертв, будут Цивой заниматься теперь. Ебать, вы вообще ебланы нахуй, если вы так решили. Ой, блядь, добежали. Biological signatures are grouping into a singular mass. Got him. Остальные трех хиповые, да? Kill confirmed. Good riddance. Сколько там было? 90? Камон, реально. Route to Mox. Proceed to the rendezvous and await their arrival. Oh. Проблема не в E5, просто раньше было проще наебать игрока хуёвой игрой по типу ассасинов и т.д. А при чём тут ассасин вообще? Не понял утверждения. Не, базара ноль, ассасины, хуйня вся серия. Но, блять, при чём тут ассасины? Блять, чё так громко нахуй? Guessing that's our man. Well, our contact anyway. Crocsod. Advent. Puppet. Rockstola. Fortense. They were sent here to hunt. To purge the Drogtem. The lost. Meeting point is still secure. She is free of the imposter gods. I would give anything that all my kind could say the same. Even sit down with your reapers. Now, we must go. Баланс звука, конечно, побитый, блядь. Просто речь в том, что раньше взгляд был настолько всем этим замылен, что ты не замечал однообразие механик, игра сцена с Готи, хотя вкинь, какой сейчас будет кал тот еще. Это все еще речь про ассасинов? Ну, типа, окей. Я все еще не понимаю, почему ассасины стали типа популярной какой-то хуйней. За счет чего? Я вообще не понял. Типа, потому что вначале дохуя исторично все было. Блять, и чё? Ну, и чё? И что? И всё? Просто потому что, блять, исторично правильно все выглядело. Так сейчас это вообще дресня для долбоебов, которые не в курсе про реально интересный гринд какой-то. Ты же не пробовал Gears Tactics, не попадались те или не захотел, не попадались. Бля, не достаю. Ну, ладно. Укрытие сломаю. Хух. Так. Ага, вообще полетел, блядь, куда-то. Ага. Понял. Ловко, блядь. Типа... блядь, что произошло? А, все, больше никого. Дерево, охуеть. This is no patrol. It's an army. Yes, one we do not have time to face. Everyone, get back! Обалдеть. Здорово. Дэшерс. А там 4 хп зомбик есть. 3-4. Началось, блядь. Ну началось, блядь. Что ж, попёр XCOM, как говорится. Да, тут урона не хватило ещё.
life has left them. Accept your fate. Охуеть. Куда режешь? Хае, давай хае кидаем. Ой. Огонь. Кто хае посетал? Нихуя, бочком навалил. Обязательно импрувнешься, вот-вот сейчас вот. Увы. We found a new route that should get you to the rendezvous point safely. А чё машина-то взорвалась, блядь? Тут фиксация позора произошла. Трупы шевельнулись криповенько. Во всех попали, какие молодцы. Вы куда, блядь, такие красивые? Захватит жопой стрелять, ёбаный рот. Жопа стрелы. Так, а все, по-моему, да? That depends on the Reapers. Rendezvous point directly ahead. Let's try and play nice today, people. So, Advent's most brutal captain comes to atone for his crimes. I am no longer that being. I am free now. Taking off that helmet does not change what you are. Reapers have long memories, Elder Kraxad. Any time. The way I see it, we have two options. Join forces and kick the elders off our world, or kill each other here and now. The choice is yours. Первый подсос появился. No one shall ever do that again. What the hell is that? Vox Prima, Elder Assassin. Relentless death that stalks my kind. Butcher of free Advent. My people face another like her. They are the undying Advent's curse upon us. We must combine strength if we are to have any chance of success. You are welcome to try. Your Reapers face a being such as this. Эх, сейчас бы инопланетную пизденочку. Эх. Избранный получает щиты от промахов по нему. Овервотчи на нее не работают, увы. О, тут зомбаки еще есть. Пизда кому-то. Блять, съебалась куда-то. Понял, плюс принял. Я себе укрытие нашел, блядь.
That will not be enough to stop him. У кого флечка? You watching? Иммунитет. А что? А что? Не, ну а что? Честно. Довольно честно. You surprised me, XCOM. Still, the Elder's will is that none survive this day. I cannot leave that to fortune. Победите избранного. А чё, всё, ты съебала? Ебать лёгенькая. Уф, бля, как охуенно ебальнички ставить с револьвера. Нравится. Такое нравится. Крепкий, сука. Ну, до лоу хпшного не должен добраться. Билд на фулл рейк, да, я знаю. Шо? Какой смог? Что ж, смог так смог. Елена драгунула. Особые черектеры, по-моему, не могут прокачаться. В первой же миссии не могут. Вы не поняли, про чё? Не могут, блин, и всё, блин, на этом. Что там, опять Twitch пизды поел? Бля, в одно и то же время примерно Twitch начинает лагать. Каждый день около 10 начинает все, блядь, приколы выдавать. Бета-провайдер, но если бы это был бы провайдер, то прибежала бы сейчас в оверша говорить о том, что у нее в рейде все лагает. Хотя она стримит вов? Нет, она вообще не стримит ничего. Раньше стримила. Да и вов хуй постримишь. У тебя в пати 20 челов, все что-то пиздят, и, естественно, там люди запретки хуярят через раз. Гитман стримит свои походы. Рад за Гитмана очень. Он красава. Вудуш как-то справляется. Рад за Вудуша, он тоже крут. Куда стреляем? Time to return home, traitor. No. Увы. No easy task, but we managed to get the Reapers and the. Все ранены нахуй. А не, Алм прокачался. Странно, что не показывало, что качнулся. Весь охуенный мёд на перенос этого меню прокачки на обычных юнитов. Ну, Long War 2, да. Ну, поиграли немножечко правильно, можно и дропнуть. Да ладно, 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 шучу. Завтра продолжим. Сейчас, значит, спать. Значит, спать. Значит, спать. Помнишь, что началась эта серия игр Уфо, вот эти вот. Не, Уфо очень сильно перегружена была игровыми механиками. Очень сильно. И этим многих отталкивало. Но много кого и привлекало в то же время. Тут же разные игроки бывают. Чатик, доброй ночки. Пока-пока. Ставочки на спорт киберспорт в описании стрима. Пока-пока.